Кроме создания новых зеленых зон, планируется построить еще 9 новых объектов спорта и отдыха. Среди них детская игровая площадка, памп-трек, музей Олимпийских игр и экстрим-парк. Кроме этого, в Олимпийском парке появятся несколько зон тихого отдыха. На площади Медал-Плаза будет построена концертная сцена, а также открыт мини-гольф и площадки со спортивными тренажерами. Светящиеся круги украсят пешеходный мост, а ограждение трассы Формулы-1 предложено сделать из живой изгороди. Как известно, матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 российских городах, среди них Сочи. Оргкомитет разработал плакаты для каждого из городов. Плакат, посвященный Сочи, передает уникальность и очарование города. Футбольный мяч, увитый пальмовыми листьями, символизирует любовь к игре и гостеприимство местных жителей.